Всем привет! С вами Алена Талаш, управляющий партнер компании «Роско». Количество отчетов, сдаваемых в налоговую инспекцию, с каждым годом растет в геометрической прогрессии. Так, до 28 марта этого года иностранные компании, а также зарубежные структуры без образования юридического лица должны были предоставить новую форму сообщения о своих участниках. Какие нюансы нужно учитывать при подаче нового отчета в налоговую инспекцию? И чем грозит игнорирование требований налоговиков? Узнаете прямо сейчас. Напомню, 21 мая прошлого года в статью 23 Налогового кодекса были внесены правки, которые устанавливают, что любые иностранные организации и структуры без образования юрлица обязаны ежегодно предоставлять в наши налоговые органы по месту постановки на учет сведения о своих участниках, учредителях, бенефициарах и управляющих. Ранее обязанность раскрывать такие сведения перед налоговиками была только если зарубежный бизнес и иностранные структуры владели в России недвижимым имуществом. Теперь даже в том случае, если иностранная компания состоит на учете у налоговиков, в связи с открытием банковского счета она также должна предоставлять такие сведения. У зарубежного бизнеса может быть одновременно несколько оснований для подачи такого отчета в налоговую. Например, компания поставлена на налоговый учет по месту нахождения недвижимости в России и в связи с открытием счета в российском банке. В таком случае бухгалтер подает сведения в налоговую по выбору, по одному из имеющихся оснований. Исключения составляют зарубежные компании, которые оказывают услуги в электронной форме и состоят на учете исключительно как поставщики электронных услуг. Определение таких услуг можно найти в Налоговом кодексе. Например, размещение рекламы в интернете, предоставление удаленного доступа, услуги по поиску и предоставление информации о потенциальных покупателях, ведение статистики на сайтах и прочее. Если зарубежные организации оказывают такие услуги, то они не обязаны предоставлять сведения о своих бенефициарах в нашу налоговую. Куда и что должны предоставлять иностранцы? Сведения предоставляются по месту постановки на налоговый учет по форме, утвержденной налоговой службой. Предоставлять информацию должны иностранные организации или иностранные структуры, находящиеся на территории Российской Федерации. О прямых владельцах с любой долей участия. О косвенных участниках, если их доля превышает 5%. Первая группа бенефициаров – это прямой уровень участия, и закон обязывает раскрывать все сведения о таких участниках. Если с расчетом прямого участия никаких вопросов не возникает, то расчет косвенного иногда вызывает трудности. Например, компания 1 владеет 30% долей компании 2, а компания 2 владеет 20% долей иностранной компании. Рассчитаем долю косвенного участия компании 1 в зарубежной фирме. Следовательно, доля косвенного участия компании 1 превышает 5%, а значит, сведения иностранная компания на этого участника обязана подавать. Решить все разноплановые вопросы юридического характера собственными силами крайне непросто. Поэтому следует не терять время и сразу обращаться за консультацией к профессионалам. Для получения помощи от компании «Роско» позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Учесть при заполнении сведений. Участниками иностранной компании или структуры без образования юрлица могут быть физические или юридические лица, учредители, бенефициары, управляющие. Раскрытие информации о составе бенефициаров осуществляется по состоянию на 31 декабря предыдущего года. Сведения состоят из нескольких листов. Бухгалтер должен заполнить только те листы, по которым имеются данные. Листы АГ предназначены для заполнения общих сведений об иностранной компании. Если подаются данные о зарубежной структуре без образования юрлица, то заполняются листы Е и. Вся информация заполняется только на русском языке. Недопустим перевод с нотариальным заверением. И только в определенных полях формы приводятся данные с помощью латинской транскрипции. Если у иностранной компании либо структуры несколько участников, то сначала нужно заполнить соответствующие листы и только потом титульный лист 1.
том случае, если участниками зарубежной фирмы являются другие организации, то заполняется лист А. Если в компании несколько прямых участников, то на каждого заполняется отдельный лист А. А если участники российские компании, то подлежит заполнению лист Б. В нем важно правильно заполнить поле 6, которое показывает вид участия. Бывает так, что участник иностранной фирмы одновременно имеет и косвенное, и прямое участие в ней. Тогда в поле 6 проставляется цифра 3. Это означает смешанное участие. Если речь идет о косвенном либо смешанном участии публичной организации в зарубежной компании, то заполняется лист D. Лист 2 заполняется иностранной структурой без образования юрлица. В этом случае должна быть указана соответствующей цифрой организационная форма. Например, фонд, траст, партнерство, товарищество, либо иная форма коллективных инвестиций и доверительного управления. Какие штрафы грозят за непредоставление сведений? На сегодняшний день штраф за непредоставление либо несвоевременную подачу в налоговую таких сведений стоит 50 тысяч рублей. Так как форма новая, то арбитраж по нарушению сроков и порядку ее заполнения отсутствует. Тогда обратимся к действовавшим ранее нормам в части раскрытия бенефициаров, если зарубежная фирма владела недвижимостью в России. В судебной практике рассматривался случай непредоставления в срок сведений об одном из участников иностранной компании. Так, компания GreenRay System, которая состояла на учете в российских налоговых органах в связи с нахождением недвижимости в России, не подала сведения об участнике. Налоговики привлекли компанию к ответственности и оштрафовали на 108 тысяч рублей. Тогда налоговым кодексом предусматривались более жесткие санкции. Зарубежная фирма пыталась в апелляции снизить сумму штрафа, но суд отклонил ходатайство. Рада, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео смело, пишите их в комментариях к нему, и юристы компании «Роско» с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе, будь с «Роско».